Добрый вечер всем. Здравствуйте. Рады видеть вас снова. И мы рады у вас быть снова. Хочу прежде всего поздравить наших дорогих женщин с 8 марта. Хотелось бы, чтобы этот праздник не заканчивался только 8 марта. Пожелать вам здоровья, весеннего цветения, настроения, ну, всего, что вы сами себе пожелаете, я с удовольствием присоединюсь к вашим пожеланиям. Сегодня у нас немножко такой необычный концерт. Где-то немножко в импровизационном ключе будет. Сегодня перед вами выступят представители династии Никоновых. Значит, отец Геннадий Никонов, солист Мариинского театра, замечательный трубач и певец, что редко довольно сочетание. И его сын Петр Никонов, который представит свое искусство владения вот этим инструментом под названием вибрафон. Ну, позвольте начать наш вечер тогда, да? Очень хочу для дорогих наших женщин сыграть небольшой подарок. В качестве подарка исполнить для вас музыку Иоганна Штрауса. Причем хочу сыграть вальс, который у нас в России почему-то не исполнялся. Но я думаю, что причина в том, что венцы неохотно делятся нотами. И этот вальс звучал только у них на декабрьских вечерах, как вы знаете, рождественских. Исполнял его оркестр, поэтому я его исполняю по памяти. Хотя ноты можно найти в интернете, старые очень. Называть этот вальс по-немецки очень сложно, я вам по-русски переведу. Очень простое название, жизнерадостное. «Радуйтесь жизни». Thank you.
Теперь я хочу пригласить на сцену наконец-то Геннадия Никонова. Давайте попросим его. Сейчас прозвучит всем вам хорошо знакомая «Аве Мария» Франца Шуберта. Mm-hmm.
сейчас контрастное произведение, ну, по сути своей, где-то близкое к предыдущему. Это русский романс Леонида Малашкина на слова Федора Тютчева «Я встретил вас». Сейчас я хочу пригласить на сцену сына Петра Никонова. Помогать ему будет Василиса Цыганова.
А, друзья меня немножко попросили рассказать о композиторе, который сейчас будет исполняться. Итак, Ней Розаура – великий бразильский композитор, перкуссионист и педагог, который имеет огромное значение для музыкального мира ударных инструментов. Он написал огромное количество блистательных и прекрасных произведений для таких инструментов, как вибрафон, маримба, большое количество музыки для целых ударных ансамблей и множество замечательных концертов для ударных инструментов с оркестром, которые исполняются по всему миру с большим успехом. И сегодня для вас, уважаемые слушатели, прозвучит второй концерт для вибрафона и симфонического оркестра в фортепианной редакции. Второй концерт для вибрафона Нея Розаура был написан в Бразилии с октября 2014 года по март 2015 года. Концерт состоит из четырех частей. Первая – The Roots, вторая – Interlude Пицциката, третья – В мечтах, четвертая называется «Празднование». Каждая часть в этом произведении имеет свои собственные чудные темы, но в то же время их объединяет основной тематический музыкальный материал на протяжении всего концерта. Структура концерта хорошо сбалансирована второй и третьими частями – интерлюды пицциката и в мечтах, которые, с одной стороны, различаются стилистически, но и в то же время, с другой стороны, они дополняют друг друга. Вторая часть интерлюда пицциката – короткий и изящный вальс, который характеризуется звучанием прелестного музыкального приема пицциката у струнного оркестра. Мелодия третьей части «В мечтах» была пропета композитором во сне. Ней Розаура в этой музыке выражает свое ощущение и восприятие божественного Всевышнего мира, который нам недоступен. Туманное настроение этой части во вступлении и в коде создает мистическую атмосферу. В ходе концерта солист исследует множество специализированных техник для вибрафона, а также использует необычные музыкальные реквизиты, чтобы придать уникальность произведению. Дух всего этого великолепного произведения представлен в названии первой части концерта «The Roots», что в переводе с английского обозначает «корни». Поскольку некоторые идеи композитора, музыкальные темы и гармонические отрывки взяты из ранних неопубликованных произведений Нея Розаура. И еще нужно заметить, что концерт исполняется подряд, и очень большая просьба не аплодировать между частями.
Позвольте еще раз представить. Петр Никонов, Василиса Цыганова. Продолжаем наш вечер. Я снова попрошу Геннадия Никонова. Сейчас мы хотим вам сыграть замечательную пьесу, можно сказать, уже классика современного. Это Астор Пьяццолла, аргентинский композитор. Значит, лирическая медленная танго. Ну, «Танго Нуэво», как называется оно, это из музыки к драме «Ричард III». Танго называется «Обливион», по-русски «Забвение». Thank you.
сейчас музыка, можно сказать, в стиле госпел, такая обращенная к Всевышнему. Аллилуйя. Композитор Леонард Коэн. Хочется вспомнить нашего земляка, который, к сожалению, очень редко исполняется сегодня по непонятным причинам. В этом году ему, кстати, будет уже 90 лет. Это Анатолий Кальварский. Я вам хочу сыграть его замечательную пьесу, которая была сочинена им уже добрых с лишним 40 лет тому назад. Она носит очень приятное название, такая «Мечта». Thank you.
Пожалуйста. Снова Петр Никонов, собственно. На этот раз сольное выступление. Следующее произведение, которое прозвучит, оно очень необычное и, можно сказать, авангардное. Произведение, написанное немецким композитором и перкуссионистом Алексеем Герасимецем, который имеет тоже большое значение для мира, для музыкального мира искусств ударных инструментов. Он тоже сочинил очень много замечательных, конечно, произведений для вибрафона, для такого еще произведения, для такого еще инструмента, как маримба, также для больших ударных ансамблей он сочинил много музыки. А произведение, которое сейчас прозвучит, оно написано для собственного тела. Как сам композитор говорил, что его всегда привлекало то, что, ну, как перкуссиониста, что привлекало открывать как можно больше интересных звуков, не только как и на ударных инструментах, но и в целом в своей окружающей среде. И даже это делая с помощью своего собственного тела. И так и появилась идея к этого произведения. Композитор нашел, насколько он смог в том количестве, ну, найти разные интересные звуки с помощью своего тела, их как-то совместить с помощью ритмики, и таким образом у него в итоге получилось такое вот музыкальное произведение, которое называется таким необычным немецким названием «Козони», которое представляет собой такое динамичное произведение для исполнителя, который имитирует различные танцевальные движения, различные ритмические фигуры с помощью хлопков, щелчков и топанья ногами и всего остального. Да.
Тарникина. Хотим вам немножко поднять патриотический дух, вспомнить песню Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия». Конечно, мы не можем не отдать дань хозяину, нашему любимому Исааку Шварцу. Но предупреждаю, это у нас сегодня мировая премьера, с листа наизусть, поскольку нот не существует в том виде, в котором мы собираемся это исполнять. Поэтому мы хотим сыграть, ну уж не в защите, как получится. Это замечательнейшая музыка из фильма кинорежиссера Соловьева
«100 дней после детства». Пианиста, композитора, анжировщика всех сегодняшних произведений, которые вы услышали. Человек, которому я благодарен за свою творческую судьбу, которая, надеюсь, будет развиваться, продолжаться. Это Игорь Смирнов. Позвольте на десерт вам исполнить чудесную песню из репертуара Муслима Магомаева «Благодарю тебя».
Я попрошу всех участников выйти на сцену. Петра Никонова, Василису Цыганкову. Цыганову. И Геннадий Никонов. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо.